В рамках акции «Безопасное лето» дети из пришкольных лагерей города Темиртау посетили специализированную пожарную часть номер 2. Экскурсия стала важным шагом в ознакомлении подрастающего поколения с основами пожарной безопасности и профессии пожарного. Каждый день у нас дети из пришкольных лагерей приходят на экскурсию в пожарное подразделение города Темиртау, специализированная пожарная часть номер 2. Сотрудниками противопожарной службы здесь детям организовывается экскурсия по всей территории, по всем помещениям здания, а также ознакомление с боевой одеждой пожарного, пожарной техники. Особое внимание было уделено пожарным машинам. Сотрудники пожарной части подробно рассказали детям о различных типах пожарных автомобилей, об их функциях и оборудовании. Дети узнали, как работают пожарные насосы, как осуществляется подача воды и какие дополнительные инструменты используются при спасении людей. Во время мероприятия дети с большим интересом слушали рассказы пожарных, задавали множество вопросов и активно участвовали в обсуждении. Узнав много полезной информации о профессии пожарного, дети начали лучше понимать, насколько важна работа этих людей и какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы предотвратить пожары. Если потоп, она может людей спасать. А мне нравится, когда людей спасают из ситуаций, которые происходят, если кому-то плохо. Я записал то, что эта машина пожарная может 5 тонн воды выдержать. Акция «Безопасное лето» продолжится до конца летнего периода, и в ее рамках запланировано еще много интересных и познавательных мероприятий. Тугжан Сагимбекова, Александр Лумако, новости Темиртау.